Enjoy English. Рабочая тетрадь, 6 класс. Упражнение 34, юнит 3, section 5. Нужно дополнить диалоги нужными фразами из рамочки. Ну, давайте переведем сразу. Yes, please. Да, пожалуйста. Thank you, come in. Make yourself at home. Спасибо, заходите. Чувствуйте себя как дома. Тут довольно фраза такая недословно переводится. Enjoy yourselves. Вечная проблема, как же ее по-русски красивее сказать. Enjoy – это получать удовольствие от чего-то, то есть как бы наслаждайтесь. У нас просто так, я думаю, не часто говорят, поэтому звучит не очень она в русском языке. Good luck, take care of yourself. Удачи, берегите себя. Of course, you may help yourself. Конечно, можете, угощайтесь. То есть, например... В примере у нас уже дан ответ первый. Хочешь еще один стакан сока? Yes, please. Да, пожалуйста. И теперь наши пошли. Привет, Бетти. С днем рождения. Конечно, что можно ответить? Спасибо, заходите, чувствуйте себя как дома. Можно мне стакан апельсинового сока, пожалуйста? Конечно, можно. Угощайтесь. Какая хорошая вечеринка. Нам нравится танцевать так сильно. Нам так сильно нравится танцевать. Enjoy yourselves. Ну вот как бы наслаждайтесь. Я собираюсь в экспедицию на следующей неделе. Удачи, берегите себя.